Привет, сегодня я покажу свою собаку. У меня есть еще одна собака. Его зовут Пират. Это смесь европейской овчарки с дворнягой, потому что у него уши стоят, а они лежат, как у обычных дворняг. И вот такая у него будка зеленая, он тут живет на цепи. Ему 10-11 лет. И он сторожевой пес и охраняет наш дом. Здесь у него стоят его миски. Это вот такая старая кастрюля и еще миска. Такая старая. И вот тут он любит... Вот тут есть такая лавочка, и он заходит вокруг будки. Заходит вокруг будки. И садится вот там в кусты. От жары прячется там. Под вот этим орехом. Этот орех вырос случайно каким-то магическим образом.